Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. О, смотрите, какие-то конверты у Тимур-мажорчи на столе. Конверты? А может, он письма собрался отправлять, а? Письма? Ну да. А почему на них ноты? Ноты нарисованы. Ну да, а еще ключи какие-то музыкальные. Ой, Тимур-мажорыч. Привет юным любителям музыки, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Тимур-мажорыч. Я сегодня приготовил для вас сюрприз. Хотите сыграть и спеть со мной новую песенку? Конечно! Ну да. Тогда сначала устроим мини-экзамен на знание музыкальных инструментов. О, это как-то сложно. Да уж, мы не готовились. Ничего сложного. Все эти инструменты мы уже проходили. Вы их узнаете по небольшим подсказкам. Кто какой инструмент отгадает, тот на нем и будет играть. Вы, Тимур-мажорыч, загадки будете загадывать. Да, Коксик, ты уже один раз угадал. Один балл в твою пользу. Ух ты! Давайте быстрее нам загадки. Мы любим их отгадывать. Да, да. Прекрасно. Ну, посмотрим, что у нас на первом конверте. Ра-ба-бам. О, слово какое-то непонятное. Может быть, новый музыкальный инструмент? Это зашифрованное название инструмента. Ну и затейник же вы, Тимур-мажорыч. А где загадка-то? Ага, вот она. Слушай, Коксик. Кожаный, пустой, строгий и глухой, палочками стучит, дробью говорит, ритм отбивает, маршировать помогает. Так это же не рабабан, это барабан. Точно! Правильно, Кокси, это инструмент для твоей партии. Ой, спасибо, Тимур-мажорыч. Пожалуйста, Кокси. Ну-ка посмотрим, а что у нас вот здесь. Чкадуда! Какое смешное слово. Все хихикаете. А надо-то загадку отгадать. Ну да. Загадывайте, Тимур-мажорыч. Загадываю. Отгадайте поскорей. Поиграйте вы на ней. Не палочка, не трубочка. А что же это? Дудочка. Правильно, Веснушка. Это дудочка. Но это тебе будет великовато. А вот это в самый раз. Спасибо, Тимур-мажорыч. Пожалуйста. Ну, что у нас тут еще осталось? Этот конверт вообще без надписи. Как трудно. Ничего, слушайте подсказку. Лежу, молчу, а ударишь, бубенцами звучу. А, так это так, такой обруч, ну, с тарелочками. Название такое забыл. Это же бубен! Если бубенчики к обручу приделать, получится бубен. А звук у него немножко на колокольчик похож. Держи, Шуня. Спасибо. Ну, вот мы и собрали небольшой ансамбль инструментов. А теперь вам вопрос на внимательность. Что общего между барабаном, дудочкой и бубном? Барабан ударный, по нему палочками стучат, и получается звук. А в дудочку дуют. Это духовой инструмент. Ага, значит так. Один деревянный духовой, другой кожаный пустой. Так-так, ты уже почти догадался. Я думаю, у бубна, наверное, тоже что-то сделано из кожи, а что-то из дерева, как у барабана. Или я не прав? Коксик, ты молодец. И дудочка деревянная. То есть эти инструменты сделаны из дерева. Правильно. Ну что, попробуем сыграть песенку? И у каждого из нас будет своя партия аккомпанемента. У тебя, Шуня, партия бубна.
У Коксика партия барабана. А у меня партия дудочки. Ну, а я, как обычно, подыграю на гитаре. Готовы сочинять слова на ходу? На ходу? Ой, как здорово! Готовы! Шуня, Веснушка и Коксик песенки любят попеть, поэтому в Шишкину школу им вовремя надо успеть. С Тимуром Мажорычем ноты хотим без ошибок сыграть, чтоб песенку новую эту спеть всем и всем вместе сплясать. Отлично, молодцы! А наш урок закончен. До встречи через неделю в Шишкиной школе, мои дорогие юные музыканты!